До Балаковского фестиваля клубники остаются считанные часы. И в городском парке, где развернется действо, идут последние приготовления. Ну а мы сейчас вам расскажем, что и на каких площадках будет проходить в этот день. Итак, сам фестиваль стартует официально в 16:30, когда выбранная принцесса Виктория прибудет на клубничный праздник. Однако в течение всего дня здесь будет проходить масса мероприятий. Например, в 10 часов утра вот здесь на малой сцене стартует детская программа с конкурсами и призами. Торговля клубникой будет проходить с 9 часов утра до 8 часов вечера. И для этого выделены две площадки, вот одна из них, и места для дачников бесплатны. В этом году все мастер-классы будут проходить на одной площадке, вот на этой ее разбили на специальные зоны. А прямо за ней развернется уголок здоровья, где можно будет получить консультации специалистов, познакомиться с нетрадиционными методами лечения пиявками, а также научиться основам массажа. Еще одна творческая зона развернется возле новой клумбы. Здесь появится гончарная мастерская, будут работать художники и скульпторы. Справа от королевства клубники развернется город мастеров. Мыло ручной работы, тульские пряники с особой начинкой, сувениры с клубничной тематикой. Чего здесь только не найдешь. Раскрасить картонный городок или поиграть в большие шахматы. А лучше успеть на все площадки. От крыльца колледжа искусств практически до кассы. Детская зона. И здесь ребята совершенно любого возраста смогут найти себе занятие по душе. И даже малышам будет чем заняться в специальной бэби-зоне. Мастер-класс по танцам, караоке, рыцарские турниры для начинающих. Молодежи тоже будет интересно. И для таких вот активных личностей площадки развернутся вокруг эстрады. Кстати, на этой самой эстраде в 18 часов заработает Балаковское подворье, где можно будет продегустировать блюда национальной кухни и потанцевать под песни народов, проживающих в Балаковском районе. На интерактивных площадках можно будет получить специальные билеты, которые потом будут участвовать в лотерее. Приз за активность. Что может быть лучше? С 16 до 20 часов можно будет поучаствовать в клубничном квесте. Для этого нужно подойти к кассе, получить и выполнить задание – всем участникам, дошедшим до финиша, призы. Множество фотозон, детский театр, соревнования по питанку, общение с милыми животными. И это далеко не все, что ждет балаковцев 17 июня на фестивале клубники. Ну а под занавес праздника на главной сцене фестиваля, которую установят за дельфином, выступят балаковские музыкальные коллективы, кавер-группа «Майами Дэнс» из Москвы и световое шоу барабанщиков. Итак, 17 июня с 9 часов утра до 10 вечера в городском парке пройдет 5-й юбилейный фестиваль клубники. Ждем всех и без вас не начинаем.